Доброе утро. Джасик решил, что это время со старшей сестрой играть в домино. Ну, понимаете, не просто домино, а так, чтобы она падала, они там что-то строят. Не думала, не гадала Джульет, что это придет. Не обращайте внимания на рукав Джасика, он его просто отгрыз. Видите, какие обтёски там. Вот такое у них. Он любитель пожевать на свои пижамы. Так что после нас одежда идет сразу в мусор. Good job, Josh. Кулинар Josh говорит всем привет. Да? Он мне тут помогает. Он мне тут уже забрасывал и соль, и сахар, и дрожжи. Мы делаем тесто на пирожки. What's next? Проверка прибежала. Ну-ка. Хорошо выглядит? Is it looking good? Yeah. Okay. Now you can close it now. Thank you. Джаша будет песни петь. Это фарм. Okay. В общем. Скарлетт, кстати, вспомнила Скарлетт. Она каждый раз говорит, что я начинаю влог со слова «в общем», то есть двух слов. Куда мы едем? Мне надо забрать лекарства Тринити в аптеке, потом мне надо подкупить больше мака, так как вдруг неожиданно ко мне пришел еще один заказ на пирожки с маком, а мне одна из начинок, которую мне надо выпечь пирожки в субботу, это как раз и есть маковые. Так что надо подкупить мак. Это уже будет в мамином городе около нее. Мне также надо бы заехать в русский магазин. Я думаю, у мамы в городе заеду. Мне надо купить творог. И потому что другая начинка будет с творогом. Вот. На птичье молоко у меня как будто все есть. Не мешало бы подкупить водки. Я как бы другие Наполеоны делала без водки, но хотела бы добавить водку в этот раз, чтобы они были хрустящие. Ну, в общем, как-то так. Я, может, еще что-нибудь найду. Знаете, очки купить там или еще что-нибудь. Если буду успевать. Потому что сегодня будет такой интересный день. Тесто поднимается, пока то нормально, как бы я не спешу, и мак я запарила. На данный момент, я думаю, у меня еще куча времени есть, но потом же печь пирожки. Потом Габриэл, возможно, сразу после... Сегодня последний день школы, у него тесты. Возможно, сразу после школы он пойдет в... джим, в тренажерный зал. Но также одна из моих девочек-заказчиц, я ее только один раз встретила, она пирожки заказывала еще весной. Ну и потом как бы предложила дружбу, и мы на Фейсбуке как бы друг за другом следим. Она, оказывается, учительница, и она преподает русский язык у себя на дому и собирает класс. Но так как она вот со всеми корочками, если там, например, студент сдает экзамен, ну, я не знаю, что под конец этого сезона делается, это засчитывается как кредит в школу и в колледж. Я, короче, Габриэлу предложила, он говорит, я как бы хочу, но с другой стороны, я, говорит, опозорюсь там, никто не... Скорее всего, там как бы дети, которые уже говорят по-русски. Ой, сейчас чихну. Обожаю чихать во время вождения. Пронесло. Я уговорила не чихать себя. Ладно. И
Ну, говорю, давай попробуем один урок. Ну, говорит, давай. Так что я хочу сегодня на 6:40 его повести на урок русского языка. Тоже где-то рядом с мамой. Ну, потом надо мне встретить, отдать пирожки. И мне надо встретить другую девочку, отдать торт. Так что, и вот пироги. Ну, ту девочку вторую с тортом я буду встречать достаточно поздно. Я так подозреваю, ну, потому что она работает в Талсе. Поздно, я так подозреваю, наверное, медсестра, если так поздно. Ну, это я так чисто догадываюсь. На самом деле, кто его знает. Ладно, вот такой план. Едем в аптеку впервые. Позвонили бабушке. Бабушка еще ее дома не была. Она с подружкой там, но она уже как бы в пути. Потому что с Яшиком я как бы в магазин алкоголя не могу заходить по закону. Так что мы зашли в фармерский магазин. Вот здесь мой мак. Надо подкупить. Увеличилась цена на него. До этого было $1.99 год назад, сейчас $2.99. Вот такая баночка здесь, 10 аунсов. Ну что, покупаем мы мак с Джашиком. Ну, короче, мы в этом магазине. Звонок ко мне, мне отвечает Дэнни. Говорит, это я тебе звоню или ты мне звонишь? Мне показалось, что ты мне звонишь. Я говорю, нет, это ты мне звонишь. Я говорю, у меня телефон вообще в сумке был, ну, разве что сумка что-то там нажала. А ты где? Я говорю, в Эдвудсе. О, короче, мне надо какое-то там масло для мотора. Я так нашел кого спросить. Я позвоню им, я им скажу, они тебе принесут. Ну, короче, задержались мы еще с этим маслом. Он в самом деле позвонил. Я уже к Асе пришла, еще никто не это самое. Не принес это масло. Потом мне послал фото этого масла. Я кассирша показала, говорит, пойдем, сейчас найдем. Не можем найти, пока мужик не пришел. Просто фото, которое он выслал, там бутылка черного цвета, а она оказалась серой в магазине. Так что я надеюсь, что правильно. Ну, как будто все по названию то же самое. В общем, сейчас мы едем к бабушке. Я сброшу Джашика, он уже хочет к бабушке. И потом буду продолжать свои походы. Я купила в русском магазине, я купила творог. В следующий раз буду просить маму делать творог, потому что 6.29, ну как-то не очень выгодно мне. Вот. Потом чай любимый. Бабкины семечки для нас и для мамы. И детям вермишельки алфавитные. Ну и, конечно, как всегда, в этом магазине, что у меня? У меня любимая кремлевская салями и кусок копченого сала. По дороге я заехала в Walmart, покупаю вот такие белые, ну, типа шоколад, не совсем шоколад, для декорации мне будет. В Walmart был ликерный магазин, я купила вот такую манюсенькую бутылочку водки. Мне всего на 3 столовые ложки для Наполеона. И здесь немножко больше. Так что эта бутылочка мне стоила 90. Я пошла, оценила ее сад. Она вчера работала. Ну вот. И вот, вот лавочка прикрыта пластиком. Нет, это я на зиму убирала. А, это на зиму, да? Понятно. Потому что мокрый снег. А, тут еще немного снега осталось. Бабушка працювала вчера. А, так вы тут развлекались, вот какие из мочалки, интересно. А, это можно рисовать этим, прикольно. Это ты вмакаешь в краску и можно вот писать им. Прикольно. К тебе придем рисовать. Джашик, пора домой идти, пора пирожки печь. Пойдем. Мы вернулись домой, я здесь сделала себе свиной фарш. Это будет смешиваться с говяжьим. Это у меня будет беляши на вечер. Так что мясо еще было не совсем разморожено. Его было легче так перемалывать в блендере. Со школы привезла Габриэла и Тринити. Успела сделать начинку маковую. И теперь едем за Скарлетт. Джульетта в колледже.
уже, ну, не дома в колледже, а именно в здании, так что придется... Мы все поехали в школу, включая Габриэла, потому что Габриэл... Сейчас заберем Скарлетт, и я его отвезу, сброшу в тренажерный зал до урока русского языка. В общем, хотим все успеть сегодня. Я надеюсь, что... 22 пирожка с маком. У меня, правда, еще осталось тесто на 2. У меня совершенно не осталось мака. Мои любимые маковые пирожки. А мне не будет, к сожалению. Для себя сделаю с клубничным вареньем таким. Ничего, тоже часу не прошло. Габриэл уже сказал, что он наупражнялся, так что я еду за ним. Это не день, это какие-то гонки, а мне еще печь. У нас тут пирожки уже поднялись. Я разогреваю духовку. Есть 2 с клубникой. Здесь у меня замешивается тесто на беляши. Здесь у меня разогревается борщ. Я-то вернулась с колледжа. Габриэл вернулся с тренажерного зала. Дэнни вернулся с работы, но он ел борщ на обед. Так что не знаю, что он ест. Разогреваю это детям. Так, пирожки вышли из духовки. Вот такие вкусняшки будет ученикам, кому-то. И надеюсь, что всем понравится. Джашек проснулся, страдает. Папа, к счастью, повез Габриэла на урок русского. И это, за это мне не надо волноваться. Дала 1 пирожок Джулетте. Один себе. Мягенький, вкусненько. Так, Паш, я замешала. Тесто на беляши еще поднимается. Я Джилетта съела пирожок. Я захожу, как там у нее, говорю, дела? Говорю, твой класс закончен. Она говорит, мама, я еще один хочу. Я говорю, уже нет, мама съела. Я говорю, у меня только было 2. Я говорю, завтра будет больше. А что хотела сказать? Скарлетт я сейчас везу к Яне. У них завтра тоже нету школы. И когда я забирала Габриэла с тренажерного зала, ее мама мне позвонила. Я сказала, так и так. Я узнала, что у вас не будет школы. Приглашаем Скарлетт к нам. Так что у Скарлетт есть классные планы. Дэнни с Габриэлом. Все-таки это была в помощь. Я планировала брать Габриэла сама, потому что мне как бы и интересно, понимаете? Но, с другой стороны, это мне совсем очень даже в помощь. Надо договориться теперь с девочкой насчет пирожков, чтобы встретиться. А девочку с тортом будет достаточно. Здесь у меня беляши. И в этот раз я решила сделать с дырочками, чтобы знать, что они все-таки прожарились. Ух, какие они у меня интересные получаются. 20 беляшей у меня готово. Надо было явно делать больше теста. Посмотрите, сколько у меня еще начинки. Или я не знаю. Ну, в общем, завтра уже буду что-то соображать с этим. Ну, на данный момент у нас вот такая вкусняха. Короче, все, уже договорились с девочкой с пирожками. Будем встречаться завтра, ее папа заберет пирожки, а с девочкой с тортом встречаемся на 10 вечера. В общем, хорошо, что я сова, и это нормально. Дэнни приехал с Габриэлом. Дэнни говорит, я, наверное, тебя опозорила. Говорю, что такое? Ну, я остался там болтать, начал с ним. Я говорю, там мне все равно. И уже какой есть. Он сразу решил, что если он остался, он чем-то меня опозорил. Говорю, они меня толком не знают, можешь позорить. Спросила Габриэла, как был урок. Он сказал, что... Говорит, такое ощущение, что я приехал в другую страну и ничего не понимал. Потому что, говорит, все было на русском. Я говорю, тю, а я спросила у нее, если вообще ничего не понимаешь, можно? Она типа сказала, можно. Она говорит, ну, она сказала, что это урок русского языка, значит, мы говорим по-русски. Я так, интересно. Я говорю, как насчет, кто там еще был? Она говорит, 8-классники были. Говорит, ну, вот, представляешь, куча... девочек 8-классниц, и все говорят хорошо по-русски с учительницей, а я сижу как этот самый.
Да, я говорю, о, так, говорю, так ты хочешь вернуться? Он говорит, да, я хочу вернуться. Я говорю, девочки, восьмиклассницы, говорят по-русски. Говорит, одна девочка ему переводила. Я говорю, ну, слава богу, хоть кто-то смилостился. Ну, говорит, я выучил некоторые буквы, 4 буквы. Потом, говорит, знаю слово «роза» и «капуста». Вот. Не закрыла, и после того, как передала торт девочке, пришла домой, дети меня обложили. Уже устали, чашку надо мама, чтобы заснуть. В общем, я просто отключилась вместе с ними. Так что да. Вот такой был у меня день. Сегодня будет еще лучше. Пробьемся. Но я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи. До новых встреч. И бай-бай.